доброго времени суток. Сегодня вашему вниманию сеанс погружения с помощью гипноза в осознанный сон. Для этого вам нужно будет лечь, расслабиться и слушать эту запись, желательно в наушниках, отключить сторонние шумы, факторы, которые вас будут отвлекать, убрать из своего поля зрения, и видения и слышания. То есть отключить телефоны, отключить домофоны. Для этого потребуется где-то около получаса, может быть даже час. Итак, вам нужно будет лечь, расслабиться, и вы с помощью моего голоса будете расслабляться все глубже и глубже. Затем вы погрузитесь в измененное состояние, приятное состояние измененного сознания. И в этом состоянии произойдет выход из тела физического, тела астрального. Произойдет выход и путешествие в тонкие миры, к роду, к древу рода. Кому-то из вас очень хочется и кому-то из вас очень нужно посетить древо рода. Кому-то хочется встретиться с Высшим Я, обняться, почувствовать его энергию. Кому-то нужна встреча с наставником, почувствовать поддержку мудреца или женщины-наставницы. У кого-то мужчина, у кого-то женщина. Кому-то необходимо подняться в место силы. Это могут быть горы, вершина горы. Это может быть водопад, ручей, это может быть сказочный замок, это может быть солнце или луна, или другая планета, на которую вам вы автоматически перенесетесь, и там напитаетесь энергией, поднимете себе максимальной энергией, вибрацией, зарядитесь, словно батарейка, зарядитесь до максимума. Это те миры, тонкие миры, куда вы перенесетесь, затем, чтобы подпитаться. Кто-то встретится с ушедшей душой у древа рода, кто-то перенесется в хроники Акаши и там увидит будущее, свое будущее или будущее планеты на 5 лет вперед. Кто-то заглянет из вас в прошлое, это произойдет мягко, незаметно. И вы встретитесь с прошлыми родителями, увидите свое прошлое воплощение, прошлую жизнь. Кто-то перенесется к Богу, кто-то к Иисусу, кто-то увидит Деву Марию или другого святого, кому он молится, с кем он держит связь или о ком он думает. Кто-то перенесется в какие-то сказочные миры, о которых он читал в книгах. Кто-то перенесется в свой сон, который он ранее его видел. Какой-то фантастический сон из прошлого. Возможно, свое инопланетное воплощение в прошлой жизни. Все возможно, нет рамок, нет границ. Итак, вам нужно найти спокойное место. Не нужно это делать, нежелательно это делать за рулем или активно работая. Нужно состояние и атмосфера, которая близко к сну. Когда вы готовитесь спать, успокаиваетесь, заканчиваете все свои дела, спокойно одеваете наушник, и можете погрузиться в осознанный сон с помощью гипноза, с помощью моего голоса. Мой голос поведет вас от начала до конца в этом путешествии, в этом сказочном путешествии для встречи со светлыми силами, со светлыми энергиями. Вы также пробудите свои светлые энергии, которые есть в каждом из вас, свои светлые души. И именно они, ваши светлые души, выйдут из физического тела,
и будут путешествовать по тонким мирам, по тонким астральным мирам, к своим богам, к своим друзьям, к своим наставникам, учителям. Очень хорошо. Итак, сейчас вы приготовились, у вас спокойное, легкое настроение. Лягте на диван или кровать. Вы заняли удобное положение, и прямо сейчас посмотрите перед собой в одну точку и задайте себе некую цель, чего вы хотите добиться, увидеть или перенестись, или испытать некую эмоцию. Сейчас сделайте глубокий вдох и на выдохе закройте глаза и позвольте себе максимально расслабиться. Расслабиться до такого уровня, до которого вам будет спокойно и комфортно. Очень хорошо. Расслабьтесь так, как можете сами расслабиться. Хорошо. Ощутите это расслабление во всем своем теле прямо сейчас. Давайте удвоим это расслабление. Для этого сделайте небольшой вдох и приоткройте глаза. Сделайте плавный выдох, глаза закройте и позвольте удвоить это расслабление, которое было буквально несколько мгновений назад. Расслабьте все свое тело, от головы до кончиков пальцев рук и ног. Уходит напряжение с тела. Расслабьте каждую свою мышцу. Представьте, что ваши мышцы полностью расслаблены. А сейчас сделаем это упражнение еще раз. Делайте приятный, более глубокий вдох. Глаза открываете. Смотрите в одну точку. И выдох. Глаза закрываете. Ощущаете, как поток расслабления и спокойствия пробегает по всему вашему телу. От головы до кончиков пальцев рук и ног. Заметьте, насколько спокойно, комфортно вы себя ощущаете. Отлично. Давайте ровно, спокойно, так как вы считаете нужным. Дышите ровно, спокойно. Вы ощущаете себя комфортно. Отлично, очень хорошо. Дышите ровно, спокойно, так, как вы считаете нужным. С каждым вдохом, с каждым выдохом, с каждым новым словом будете расслабляться все больше и больше, все глубже и глубже. Очень хорошо. Сторонние шумы позволяют вам расслабиться еще глубже и сильнее. Все проблемы и хлопоты уходят, они где-то там, за территорией этих стен, за территорией этого пространства. Вам хорошо и комфортно. В данный момент ощутите веки, почувствуйте мышцы вокруг глаз. Очень хорошо. Переместите весь свой фокус внимания на свои веки и позвольте своим векам максимально расслабиться. Вместе с этим почувствуйте, насколько расслаблены ваши руки. Представьте,
что ваши руки тяжелые мешки с песком, которые лежат сами по себе. Они очень тяжелые. Представьте, что такие же тяжелые ваши веки. Представьте, что ваши веки — это мешки с песком, с тяжелым-тяжелым песком. И одновременно ваши веки невероятно расслаблены. Невероятно расслаблено правое веко. Невероятно расслаблено левое веко. Вместе с этим расслабляются ваши руки. Расслабляется все ваше тело. Заметьте, что ваши веки расслабились до такой степени, что перестали работать. Заметьте, что чем сильнее вы пытаетесь тянуть веки вверх, тем хуже получается. Позвольте, чтобы это происходило. Что ваши веки расслабились и перестали работать. Заметьте, что чем сильнее вы тянете их вверх, тем больше они расслабляются. Веки не слушаются вас. Осознавая, что в любой момент вы можете открыть веки, чем сильнее пытаетесь тянуть веки вверх, тем хуже получается. И вновь глубокий вдох открывает глаза по-настоящему. И старым выдохом глаза закрываете и проваливаетесь в самое глубокое состояние расслабления, делая это расслабление 10 раз больше и глубже, чем несколько мгновений назад. В состоянии спокойствия физического, эмоционального расслабления погружаетесь все глубже, все дальше и дальше. Прямо сейчас ощутите все мышцы своего лица, ощутите мышцы у себя на лбу, ощутите мышцы своего лба, почувствуйте, как каждая морщина разглаживается. И это чувство спокойствия, расслабления со лба опускается на ваши глаза, опускается на ваши скулы, опускается на ваши щеки. Почувствуйте, насколько сильно расслаблены ваши губы. Ощутите, как сильно расслаблена ваша шея. Как эпицентр расслабления находится на переносице. Ощутите это спокойствие, это расслабление в районе переносицы. Слегка сдавливающее. Ощутите его с каждым новым вдохом и с каждым новым выдохом. Слегка сдавливающее. Успокаивающее ощущение. Очень хорошо. С переносицы это ощущение начинаете опускать вглубь по всему телу, замечая, как только будет расслабляться следующая группа мышц, предыдущие будут расслабляться в два раза глубже, в два раза сильнее. Почувствуйте, как расслабление с переносицы переходит на ваш затылок. Затылка переходит на вашу шею. Словно затылок расслабляется в два раза больше, в два раза глубже. Почувствуйте, как расслабление с шеи переходит на ваши плечи, и шея расслабляется в два раза глубже, в два раза расслабленнее. Заметьте, как расслабляются ваши руки от плеча до кончиков пальцев. Заметьте, как расслабляются грудные мышцы, а руки расслабляются в два раза больше, в два раза сильнее.
Как расслабляется ваша спина, расслабляются мышцы живота, сторонние звуки вас расслабляют еще больше и глубже. Расслабляются ваши бедра, расслабляются ноги от бедра до кончиков ваших пальцев ног и рук. Очень хорошо. Делайте глубокий вдох, глаза закрыты. Ощутите, как воздух проходит через ваш нос, проходит в легкие, распространяясь по всему вашему телу. И выдох, приятное спокойствие, приятное расслабление. Дышите ровно, спокойно, комфортно, погружаясь все дальше и дальше, расслабляясь и погружаясь в это приятное состояние гипнотического транса, все больше, глубже, глубже. Просто расслабьтесь. Очень хорошо. Сейчас вместе со мной начнете медленно считать от 5 до 0. Причем с каждым последующим счетом, с каждой последующей цифрой будете называть в 2 раза тише, вкладывая в 2 раза меньше усилий. И сейчас вместе со мной начнете медленно считать от 5 до 0 вслух. С каждой последующей цифрой вы будете произносить тише и вкладывая в 2 раза меньше усилий, чем на предыдущем. Когда дойдем до 0, вы уже не сможете произнести. Позвольте представить цифры, просто растворяясь, исчезнут вместе с 0. И тихо-тихо произнесите 5 вместе со мной и расслабляйтесь, словно опускаетесь, движетесь все дальше, глубже, глубинам своего подсознания. Подходите к цифре, вместе произносим 4. Все дальше, глубже, расслабление вкладывая в 2 раза меньше усилий, произнося цифру 3. В 2 раза тише, в 2 раза расслабленнее. Движемся дальше, 2. Все тише и медленнее. И расслабление позволяет цифрам растворяться, исчезать. И расслабляйтесь мысленно все сильнее и сильнее. И вот следующая цифра 1. Все дальше расслабление. И вот последняя цифра. Словно вы и не произносите, просто приоткрываете рот, словно ваше тело максимально расслабилось до кончиков пальцев рук и ног. Тихо-тихо и расслабляйтесь все дальше, глубже и глубже. Я произношу громко. Вы проговариваете это у себя в голове. Ноль, ноль и ноль. Полное спокойствие и расслабление от головы до кончиков пальцев рук и ног. Очень хорошо. Полное ощущение комфорта, спокойствия внутреннего и эмоционального равновесия и комфорта.
ноль усилий к управлению своим телом. Ноль усилий к управлению своим телом. Ноль усилий к управлению своими мыслями. А прямо сейчас те образы, о которых я вам буду говорить, вы будете видеть. Те чувства, о которых я вам буду говорить, вы будете испытывать. Если вы не сможете визуализировать образы, которые будут к вам приходить, просто представьте их. Думайте о них. Вы заметите, что в этом состоянии, если уметь визуализировать, те чувства и ощущения будут в сотни раз мощнее, в сотни раз ярче, если бы вы это делали просто так. Ну а ваше представление, то, о чем вы думаете, то, о чем вы представляете, будут представляться еще лучше. Заметьте, как расслабилось ваше тело. Ощутите, как сильно оно расслабилось, словно вы пытаетесь приподнять правую руку, а она расслабляется еще больше. Просто представьте, что правая рука – это тяжелый мешок с песком. Тяжелая правая рука, тяжелая левая, тяжелые две ваши руки. Также тяжелые ноги, такие же тяжелые плечи, тяжелая голова. Мысли словно слегка запутаны, но вы прекрасно мыслите, вы просто расслаблены. И продолжаете концентрироваться на моем голосе и переводите весь свой фокус внимания на свои руки. Почувствуйте свои руки от плеча до кончиков пальцев. Очень хорошо. Заметьте, насколько они расслаблены. Ну а прямо сейчас у себя в голове мысленно, полностью осознавая, что ваши руки лежат неподвижными, мысленно начинаете слегка двигать вправо, влево, на 1.5-2 сантиметра мысленно своим воображением, своим воображаемым фантомными руками. Понимая, что ваши руки лежат на месте, вы слегка начинаете двигать руками и вправо, влево, вправо, влево. Начинаете слегка приподниматься на 1 сантиметр вверх, вниз, вверх, вниз. Начинаете слегка шевелить локтями, плечами. Приводите в движение свои руки. При этом полностью понимаете, что они лежат неподвижными. Ощутите, как будто они двигаются точно так же. Переведите фокус своего внимания на свои ноги. Начинайте слегка двигать правой ногой, двигать левой ногой, вправо, влево, вправо, влево. Слегка приподнимать их вверх, вниз. Делать это своими фантомными ногами, своими воображаемыми ногами. Понимая, что ваши ноги тяжелые, и они не поднимаются, а мысленно вы ими шевелите, приподнимая вверх, вниз. Очень хорошо, расслабьтесь. Ноль, ноль, ноль. Ну а прямо сейчас ощутите приятную вибрацию во всем вашем теле, словно вибрирует каждая мышца, каждая клетка. Очень хорошо. Ощутили и расслабились. Ну а прямо сейчас
Давайте сделаем 10 глубоких вдохов и глубоких выдохов. При этом концентрируйтесь на всем своем теле, на каждой мышце, на каждой клетке. Глубокий вдох через рот и выдох. Вдох. Выдох. Хорошо. Глубокий вдох. Выдох. И еще раз глубокий вдох. Выдох. Глубокий вдох. Выдох. Очень хорошо. Глубокий вдох. И выдох. Глубокий вдох. Выдох. Делайте глубокий вдох. Задерживайте дыхание. И выдох. Ноль, ноль, ноль. Заметьте, насколько расслаблено все ваше тело. И вновь мысленно начинаете шевелить своими руками, своими фантомными руками. Также мысленно переводите в движение свои плечи, приводите в движение голову, приводите в движение свои руки, ноги. Словно мысленно пытаетесь встать. Начинаете действительно вставать, но понимаете, что ваше тело лежит на месте. Вы встаете своим фантомным телом. Начинаете медленно шевелить. Шевелиться. Когда я досчитаю до трех, встанете со своего места, а физически останетесь сидеть или лежать. Один. Медленно приподнимаете голову. Два. Открываете. Отрываете плечи. Три. Отрываете руки. Встаете. Поднимаетесь. Смотрите мысленно по сторонам. Открываете глаза, полностью осознавая, что лежите рядом. Посмотрите на себя со стороны. Очень хорошо. Это абсолютно нормально. Возможно, вы испытаете легкое сердцебиение. Это абсолютно нормально. И прямо сейчас ваша задача сконцентрироваться на том, где вы хотите оказаться. Для начала посмотрите на свои руки. Посмотрите на свои ноги. Посмотрите на все, что вас окружает вокруг. Очень хорошо. Когда я посчитаю от одного и до трех, и щелкну пальцами, и вы перенесетесь в то обстоятельство, где вы хотите оказаться, в то место, где вы хотели бы оказаться. Это могут быть горы, это может быть место силы, это может быть горный ручей или водопад. Это могут быть пирамиды Египта. Это могут быть какое-то воображаемое место. Это может быть облако. Вы можете пойти навстречу со своим высшим Я, самой светлой частичкой вас. Вы можете пойти навстречу со своим наставником или наставницей и подняться на уровень, где они находятся. Вы можете пойти навстречу с душой кого-то из своих близких, родных. Вы можете подняться к роду, к древу рода, которое есть у каждого человека на земле, и побыть там, почувствовать силу рода. Увидеть это древо, увидеть души, чем они там занимаются. Вы можете посетить хроники Акаши, где собраны все знания
о прошлом и о будущем. Вы можете увидеть будущее на 5 лет вперед. Что с вами будет происходить через 5 лет? Вы можете перенестись в прошлое, когда вы были ребенком, и у вас не было хлопот и забот. Вы можете перенестись в абсолютно в любое место. Это будет комфортное, удобное для вас место. Где бы вы ни оказались, сконцентрируйтесь на этом месте. Вы отсылаете энергетический посыл в это место. Когда я посчитаю до 3, щелкну пальцев, вы мгновенно перенесетесь туда. Итак, 1, 2, 3. Переноситесь в это место. Туман рассеивается, зрение ясное и четкое. Позвольте себе там оказаться. Прийти навстречу или посмотреть прошлое, словно фильм, или, возможно, будущее 5 лет вперед просмотреть, словно фильм, почувствовать себя в будущем на 5 лет вперед, или оказаться на встрече с родом, с древом рода, с высшим Я, с наставником, с кем-то родным и близким. Очень хорошо. У вас есть немножко времени еще понаблюдать, пообщаться, почувствовать собеседника. Вы увидите образы. Вы почувствуете. Верьте себе. Верьте тому, что происходит. У вас есть еще немного времени. Очень хорошо. Сейчас я посчитаю от 1 до 3, щелкну пальцами, и вы перенесетесь во 2-е место. Или можете остаться там, где вам приятно сейчас, как хотите. И в новом месте, на новой встрече, вы ощутите себя там еще комфортнее и еще приятнее. 1, 2, 3. Очень хорошо. Туман рассеивается. Зрение ясное и четкое. Посмотрите по сторонам. Посмотрите, как вы выглядите. Посмотрите, что вы видите вокруг себя. Почувствуйте. Вы энергия. Вокруг вас также энергия. Теперь я вам даю свободу. Теперь вы сами сможете решить, куда вам перенестись или отправиться. Полная свобода передвижения. Я дам вам немного времени. Это ваше время. Распределитесь им так, как вы сами считаете нужным. Это может быть приятная встреча, или вы наблюдаете кого-то родного и близкого,
Это может быть древо рода. Это может быть высшее я и встреча и общение с ним. Это может быть наставник. И вы встречаетесь с ним и общаетесь. Это может быть место силы, где вы наполняетесь энергией, где вы излечиваетесь. Или это место, где вас лечат высшие светлые силы. Или вы наблюдаете будущее. Или вы оказались рядышком с Богом, Создателем. Или вы можете оказаться с Иисусом рядышком. Или с Девой Марией. Или с другим святым. Вы можете оказаться в раю. И пройтись по райскому саду. Почувствовать высокие вибрации, высокие энергии. И излечиться там. И эмоционально. И физически. У вас есть еще немножко времени. Очень хорошо. А сейчас, когда я щелкну пальцами, вы перенесетесь и окажетесь рядышком с собой, своим телом, своим физическим телом. Да, вы вышли из своего тела, рядом с телом, рядом с тем местом, где вы перенеслись в осознанный сон. Понимая, что вы не спите, вы бодрствуетесь, но бодрствуете в этом подсознании. 1, 2, 3. Понаблюдайте за собой со стороны. Смотрите за собой со стороны. Ощущения невероятные. Приятные эмоции. Невероятно приятные ощущения. Отлично. Очень хорошо. А теперь, когда вы наблюдаете за собой со стороны, вы, просматривая это видео каждый раз, каждый следующий раз, вы сможете вновь повторить этот приятный опыт. Каждый следующий просмотр. Каждое следующее прослушивание будет давать вам еще более приятные, глубокие ощущения, еще более невероятные положительные эмоции. Сейчас, когда я посчитаю от 1 до 3 и щелкну пальцами, и вы вернетесь в тело, в то место, где вы закрывали глаза. 1. Дыхание ровное, спокойное, ритмичное. 2. Мысли возвращаются. Вы заполняете полностью свое тело. Возвращаетесь в него полностью. 3. И вы полностью возвращаетесь в тело. Все тело полностью расслаблено. Вам хорошо, комфортно, спокойно. Отлично. Вы получили отличный положительный опыт для себя. Вы отдохнули. Вы можете открыть глаза. Очень хорошо. Вы в прекрасном настроении. Помните все, что с вами происходило. И можете
оставаться на месте или заниматься своими делами. Всего вам хорошего.